окно, такое дырявое, блин, длинничная такая. Ужас. С вами Ньюта, и вы смотрите очередную мою бредовую реакцию. Вы бредово смотрите мою очередную. Вы смотрите бред моей реакции. Короче, я смотрю бред, а вы смотрите мою реакцию. И мы смотрим реакцию на BTS, в скобочках много иероглифов. Эта песня называется DNA, правильно? Да? И песня называется DNA. Боже, класс! Как ярко, да, это я люблю такое. О, такое дырявое, блин, длинничная такая. Мне очень понравился цвет кор, мне очень понравился сценография. Мне понравилась сценография, то есть одежда и подобранная под декорации и под задники. О, боже, как мне нравятся эти яркие картинки, умереть. Графика хорошая. Великолепная графика. Ужас. Яркий. Я просто люблю яркое, я люблю неоновое. Новый год – мой любимый праздник. Ну, это правда. Мне вчера подписчица спросила, ты любишь Новый год? Наверное, твой любимый праздник. Ты же любишь огоньки и неоны. Я говорю, да! Сколько их? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Бойсбенды сделаны по принципу психологических психотипов для девочек. То есть, типа, мол, какие девочки, какие мальчики, какие девочкам нравятся мальчики, такие как бы мальчики подбираются в бойсбенд. В Корее, наверное, 7 мальчиков, прототипов мальчиков нравятся девочкам, и все на одно лицо. Ничего мне не... Мне запомнилось 7 одинаковых красивых андрогинных мальчиков из приложения по смене прическам. Я знаю, это как... Просто, наверное, корейские девочки очень любят вот это вот приложение, когда подбирать для себя прически. Вставляешь свою фотографию и меняешь прически, ну, цвет там. И вот они очень любят такое приложение. Наверное, они сами создали это приложение, и поэтому в этой группе 7 мальчиков, ну, чтобы с разными прическами из этого приложения. Как бы это выглядело в жизни? А, между прочим, кстати, хорошая идея. И линзы. То есть приложение с волосами и линзами. Не смотрел, это мой первый клип BTS. Наверное, и последний. Не могу, господи. Мне очень нравится. Я очень люблю бойсбенды. Мне нравится эта субкультура, но... Мне смешно, потому что они так похожи на девочек. У них такая трансгендерная внешность. Я понимаю, что это культ такой в Азии. Но это очень забавно. Ты сейчас смеюсь не потому, что это саркастический смех, а я смеюсь, потому что, наверное, мне как-то неловко от этого. Потому что я недалекая какая-то. У меня стереотипное мышление. А вот этот взгляд был хорош. И он еще так продолжился, так да. Его можно смотреть, когда закончились видео в Ютубе «Не залипни челлендж». Очень ярко, очень однобоко и при этом прекрасно. Песня абсолютно не запоминающаяся. Я думаю, и не стоит задача в корейской музыке быть запоминающейся. Очень красивые андрогинные мальчики и... Блин, не NSYNC это, ребят. Ну, извините. Ну, я не могу хвалить. Это не NSYNC. Вы, блин, сравните с пальцем. Просто как бы, где кудрявый Джастин и где вот этот блондинистый андрогин. Ну, а, простите меня, почитательницы и почитатели группы BTS, но это не NSYNC. Ну, как я понимаю, блондинчик, типа, самый сексуальный. Он больше всех на девочку похож. Мне он нравится, да, определенно. Блин, песня говно. Простите меня, ради бога. Песня вообще кошмар. Это вообще не песня. У него прекрасный свитер. Я тоже себе хочу такой свитер. 4 из 10. 4 только потому что... Ладно, 5 из 10. 3 потому что это яркие андрогинные мальчики. И 2 потому что это бойсбенды. Подписывайтесь на канал и любите BTS, как люблю их я. Пока.